выходит на точку подачи. В общем, нетрудно догадаться, что здесь ожидается последний гейм. Вряд ли Надаль отдаст свою подачу. 6-2, 6-2, 5-2. Ну, смотрим на игру второго номера, второй ракетки мира, прошлогоднего победителя австралийского чемпионата. Love. 30-0 делает Надаль. Сорок ноль, три матчбола. Публика в ожидании победы. В общем-то, запланированный, что и говорить, ожидаемой победы. После того, как закончится этот матч, ну, какие-то тут фрагменты, связанные с завершением этого поединка, мы переходим на матч с участием Динары Сафиной. 1-0, напоминаю, Динара во втором сете повела. 6-3 выиграла первый сет. Аут. Рано, 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 рано. 40-15. Еще один матчбол нужно будет сыграть для того, чтобы завершить этот матч. Еще один розыгрыш, еще стоит, пока соперник сопротивляется. Лашка 40-33 или посматривает почему-то наверх. Я думал, может быть, просил повтор. Этого человека вы прекрасно знаете, Тони Надаль. Где аут был? Ну что, Лукас вперед. Вперед повтор и все-таки аут. Ну, приличный какой аут, поэтому судья на вышке здесь выступил совершенно четко и грамотно. Австралиец Джон Блум
был судьей этого матча. Ну, а счет на ваших экранах — основательная победа Рафаэля Надаля. Никаких сомнений она теперь не вызывает. И Надаль выходит в третий круг. Коль Шребер или Одесник? Одесник или Коль Шребер будут соперником? Кто-то один из них будет соперником Надаля в третьем круге. Thank you.